потому что мне здесь нравится. Мне нравятся преподаватели. Они наслаживают свой труд и время. Мне нравится здесь заниматься. Мы проводим здесь много времени. У нас очень красивые танцы. Нам бывает сложно, но мы справляемся. Много разных интересных и сложновастеньких движений. Танцами, потому что это коллектив, который все время выигрывает, и тут я много друзей, и тут хорошие костюмы. Мне нравится здесь, потому что тут очень хороший руководитель, Матильда Леонидовна. Это самый лучший коллектив, в которых я была, а здесь самые лучшие танцы и движения. Это мой любимый коллектив. Я сюда пришла, познакомилась со всеми. Это для меня как семья. И для меня танцы – это жизнь. Я люблю танцевать. Я хочу танцевать в этом коллективе. Сюда ходили мои дети. Сюда привела внучку. Здесь прекрасная аура. Здесь прекрасный преподаватель. Можно выйти и посмотреть, сколько здесь дипломов, сколько наград, сколько дети получают максимум удовольствия. Для нас всех «Радуга» – это вторая семья. Мы все дружные, веселые, позитивные. Занимаясь здесь, нас научили не только танцевать, но и жизненному, как жить в жизни. Из любых минусов искать и самим создавать плюсы. Знакомых. Нам нравятся наши руководители и заниматься в нашем коллективе. Я занимаюсь танцами, потому что я очень люблю танцевать. У меня здесь танцует моя старшая сестра. Вот. Мы с ней очень любим танцевать. И даже дома, когда вот свободное время есть, мы занимаемся именно танцами. Во время отчетных концертов на сцене висит надпись «Танец жизни». Так вот, для меня танец – это действительно жизнь. Наши руководители дарят нам ежегодно новые постановки, а мы, в свою очередь, дарим их зрителям. Я занимаюсь в коллективе уже больше 9 лет. Я хожу уже тоже больше 9 лет, и я тут самоусовершенствуюсь. Я занимаюсь танцами 4 лет,
и мне очень нравится ходить на танцы в коллектив «Радуга». Я занимаюсь в «Радуге», потому что я очень люблю танцы, а танец – это жизнь. Всем цветов!